Здорово! Ответь, пожалуйста, мне на один вопрос. Согласился бы ты поучаствовать в челлендже, где в случае поражения ты бы получил бан на 1000 дней? Пиши в комментариях, какое у тебя есть имущество на аккаунте и принял бы ты такой вызов. Самых смелых я обязательно лайкну. Ну а сегодня в видосе ты увидишь, как мы прямо на стриме решали судьбы аккаунтов игроков. Смотри ролик обязательно до конца. Приятного просмотра. Дэй Адамс, ты готов сыграть на 1000 дней бана? А чё, подожди, я с тебя что замен? А, даю 1 миллион. Понятно, пока. Его явно не устроили такие вот условия. Ты готов на 1000 дней бана сыграть? С меня 1 миллион. Согласен? Не, ну это, блин, по-своему, на 1000... Ой, сейчас походу отлетит, ой-ой-ой. Фух, тут новые челленджи добавились, поэтому это вдвойне страшно. Прикиньте, он может... Дамба. Господа, вот это очково, реально. Погоди, сколько попыточек у нас? Ну, 4 попытки. Блин, я бы прошел бы. Вот реально. И он бы сразу забанился. А если он будет проходить, то это будет страшно. Это очень страшно. И у нас выпадает Малфой. Братишки, у нас как бы 4 попытки. Дамба. Если я прохожу с этих 4 попыточек, наш подписчик отлетает на 1000 дней бана. Угу. Онлайн на Адвансе, походу, просядет. На один человек, Ринга, как бы, братишка, ты не обижайся. Ты наблюдаешь за своей смертью. Вот ты меня рассмешнил. Рассмеялся. Короче, вы поняли. Розовый НРГ, все, поехали. Моя задача выехать вот на эту вот вершинку и не упасть с НРГ. Если я не пройду, шаришь? То есть я теряю деньги, а у него денег нет. Он играет на свой аккаунт. Ну что, дружище, смотри, как ты сейчас забанишься на 1000 дней. Все, он улетел на 1000 дней. Просто тупо проиграл в челлендже на 1000 дней. Кто готов сыграть со мной, а? Все, я телефон включаю, пишите. О, ну это уже интереснее. У нас второй кандидат. Ставочка 1 миллион против бана на 1000 дней. Не-не-не-не-не-не. Мы играем по моим условиям. Мы играем в рулетку челленджей. Система сама выберет, кто будет проходить. Я, ты, какой челлендж и сколько попыток. В этом и прикол. Ну вы, конечно, обезбашенные, да. Господа, за это нужно лайк прожать, ну реально. Они тупо не боятся потерять свой аккаунт. Это уже 10 уровень. 10 уровень, это уже нахуя себе. Парковка Лас Вентурас на гидре. Так, и у нас... Оу май гад, бол! Этот челлендж сам по себе сложный, типа, и... Ну ладно, хорошо, давай. Я даже боюсь, или я... А, ну все, подписчик, братик. Я тебе честно, я приношу свои соболезнования. Ты забанен на 1000 дней, потому что с одной попытки пройти такой сложный челлендж... За твое здоровечко. Братишка, я полностью поддерживаю тебя, все. Играем на 1000 дней бана. Не, ну как бы одна попытка все-таки есть. У него шанс, хоть и малюсенький, как моя пипирочка, но все равно шанс есть. 1000 дела, то есть без повреждений. Ты должен пролететь. Сейчас покажу кудой. Смотри стрим. С одной попытки без повреждений. Через эту вот фигню. Ну это, короче, выполнимо, я проходил. Вот, просто что-то не получилось. Я уже вам по секрету скажу, если он не умеет гидрой, хотя бы чуть-чуть управлять, все. Да куда? Да куда? Ладно, я это не считаю. Не жмется. Так, не матюкайся, как бы. Этот стрим еще малята смотрит, поэтому давай без матюков. Давай еще раз. И о, и нам 2. Отлично. Шасси убираем. И давай, братик. Перевернутая гидра с автобус. Это даже не автобус, а авто... Мне стало очень жалко этого парнишу, и я решил дать ему еще одну попытку. Так, погодочку нужно исправить, чтобы было светло и ярко. Ого, прозрел. Так, все.
А ты издеваешься надо мной, братишка? Я прохожу челлендж, потому что ты не умеешь. Ты явно не пройдешь этот челлендж. Смотри так, если я прохожу этот челлендж, я баню твой аккаунт на 1000 дней. Не прохожу с первой попытки. Даю тебе 1 миллион. Все, тихо, одна попытка. Так, где-то... Ого, парковочка где-то вот там вот. Все, летим. Тихо. Братишка, ну тебе реально повезло. Давай, свой счет. 131 580. Все, братишка, хорошо. Твой 1 миллион отправляется. Поздравляю. Если я замечу, что ты продал вирты, я проверю все твои айпишники на всем адвансе. И будет вот так вот. Этот 1 миллион тебе на развитие, чтобы ты купил себе дом, отель, машину и развивался, понятно? Окей. Если что, жалобы пишите ВКонтакте. Разберемся с этим пиздюком. Посмотрите, сколько желающих свою пустышку в бан отправить. Ну вы, конечно, бесстрашные. 18 уровень, Дмитрий Лоренцо. Ну шо, братишка? Ну шо вы хотите со мной сыграть? В рулетку челленджей, да? На 1 миллион, либо же 1000 дней бана? Тебе ничего не надо делать, тебе просто нужно молиться, как решить твою судьбу эта вот чертова рулетка. Поправляем причесочку, и у нас выпадает, как долго крутится это вот колесо. Так, с пончик Лос-Сантоса? Попыточек у нас сколько будет? У нас, короче, 3 попыточки. Нормально, нормально. Не, ну в принципе я могу выполнить. Но я лучше, знаете, чтобы подписчик как бы решал судьбу своего аккаунта. Отлично, подписчик. Я, честно, я доволен. Итого у нас 3 попытки. Пончик Лос-Сантоса. Честно, это даже... подарок. 1 миллион, ну, на адвансе ценится как-никак. Виртуальный мир 20, телепортируем, создаем ему ватрушку, обязательно розовую. 3 попытки, мы начинаем. Ну что, он уже полетел, видно сразу скилловый, с первой попытки. Он сразу не вниз полетел, а так держится на плаву. Блин, братишка, если ты с первой попытки пройдешь, это будет уже какое-то кидалово на деньги. Ну давай, давай. Бля, он реально пройдет или нет? Тихо. Пожалуйста. Он прошел, пиздец. Окей, еще один челик получает 1 миллион. Господа, быстренько залетайте ко мне на Advance RP Blue. Реально, сейчас есть возможность поднять бабла. Ну реально. Поэтому, дружище, промокод Malfoy на Blue даст тебе бонусы. Не забывай. Все, 1 миллион отправляется. Капец, мы только одного челика забанили. Я вообще недоволен. Меня это не устраивает. 164-й хочет сыграть. Опа, у него еще ранг во фракции есть. Это уже хорошо. Пока что у нас статистика очень даже положительная. Один человек отлетел на 1000 дней. Ну а 2 челика получило по 1 миллиону. Он согласен, Мишаня. Так, у нас выпадает велик на банк ЛС. О, я думаю, даже 5 попыточек это будет слишком много. А вот 1 попытка, это будет тупо капец. Вот я прошу, колесо удачи, пожалуйста, подкрути, чтобы я это не выполнял. Ну, та за шо? Ну, та за шо просто? Малфой, 1 попытка, велик на банк ЛС. Шо ты смеешься, я не понял. Тебе смешно? Тут плакать надо. Ты смотри, сейчас я, батьку, тупо пройдет с первой попытки. Вы должны на этом велосипеде каким-то чудным, магическим образом оказаться на этом здании. То есть вам нужно реально преодолеть большой путь. Собственно, 1 попытка. Я желаю себе удачи, на кону бан на 1000 дней. Поехали. Фу, ювелирненько. Здесь не надо спешить, просто прыгаем. Ого, окей. Все, думаю, можно разогнаться. Прыгаем и тормозим, пожалуйста, пожалуйста. Уже хорошо, уже, господа, хорошо. Уже полпути я, по сути, прошел. Потому что я уже в прошлом видосе говорил, что это вот самое жесткое препятствие, короче, очень жесткое. Так, дальше мы разгоняемся, прыгаем. И чуть-чуть. Что, капец уже, да? Пришел? Нет, и еще раз нет, я не проиграл. Это пока что нормально, попыточка считается. Оба, оба, о, да что ж такое-то? Я раньше нормально проходил. Так, теперь давай прыгнем. Вот. Фух, да что ж такое-то? Что-то я вообще не умею прыгать. Господа. Кого ты там ждешь? Пиздюк ты мелкий. Это вообще издевательство. Это вообще какое-то кидалово. Собственно, у нас такой вот счет. Он получает свой 1 миллион виртов. Поздравляю. Опять же, трать его умненько. СПС
не за что. И уже третий человек, который меня тупо вот так вот отымел. Что-то я как... Я сдаю позиции свои, сдаю позиции. Джек Десантис, а ну-ка. Ну ты даже на бомжа похож. Ну у тебя 12 уровень, ты заселен в доме каком-то жирном, ну красава. Все, крутим рулеточку, я ничего не умею. Но я знаю таких, типа, я ничего не умею, а на самом деле Малфой уже четвертый раз проиграет 1 миллион. Крутим наше колесо удачи, поехали. Мостики, парашюты, лес. Ну это довольно-таки сложный челлендж. Так, и попыточек у нас 5. Или 4. Хорошо, 4 попытки, ну нормально. Я даже не против пройти этот челлендж, как бы. Тебе не кажется, что такими челленджами ты уменьшаешь онлайн? А тебе не кажется, что я уже четвертый или третий раз проиграл подряд? Угу. Тебе не кажется? Я тебя сюда телепортирую, и ты вот смотри, там, где я буду выполнять, там, где буду прыгать. Моя задача на парашюте пролететь между этих вот мостиков и как бы упасть в воду. Вот и все. Тут главное на парашюте правильно пролететь. А это для удобства, чтобы я сам вручную не поднимался. Ну, этот чит ни на что сейчас не влияет. Ха-ха-ха! Братик, твои последние слова. Подписывай. До побачення, Джек Десантис. Было приятно с вами поиграть. Второй челик отлетел на 1000 дней бана.